вышиваем цветочки. Я беру длинную иголку, но только для того, чтобы пройти через всю голову, так как кончики нитей буду прятать потом вот здесь же внутри головы. И выводим в то место, где у нас будет первый цветочек. Намечаем его как бы серединку, да? Выводим иголочку. Ниточку вытягиваем, нитку берем подлиннее, а дальше сейчас я уже поменяю иголку, и нам нужно вышить, сделать, наметить 5 лучиков. Вот от того, какой длины будет каждый лучик, у нас будет зависеть, какого размера будет цветочек. То есть вот таким образом первым. Вышиваем. Дальше второй. Сразу выхожу на третий. Даже, наверное, чуть подальше. Ну. И дальше. Четвертый. Берем. Четвертый. Вернее, ну да, сейчас четвертый. И пятый. Вот такая конструкция у нас получается. И дальше. Вот такая звездочка у нас получилась. Что делаем дальше? Дальше нужно было нам вот сюда вот выйти. Самая основа. Вот через первый лучик. Выходим под второй. То есть первый пропустили, вышли под второй. Снова вот этот пропустили, то есть сверху его, и выходим под следующий. Снова этот пропускаем, под, то есть через один подтягиваем, снова через один. Пропустили в этот, пропустили под этот, я уже здесь немножко вышила, и продолжаем таким же образом, то есть одну полосочку пропускаем и под следующую заходим, снова одну пропустили, под следующую зашли. Вот у нас она здесь осталась, вот она. Ее пропустили, под следующую зашли. И эту пропустили, и под следующую. И видите, формируется розочка. Пропустили, вот она здесь, поэтому у меня они были разные и длины полосочки, поэтому получается, что какие-то, короче, какие-то длиннее. Но, в общем, это не так принципиально. Снова вот одну пропустили под следующую. Вот она у нас здесь осталась, мы ее пропустили, ищем, где тут следующая спряталась, и под нее заходим. Вот полосочка, пропускаем под следующую. И так вышиваем до тех пор, то есть вот видите, здесь у нас уже все, в общем-то, полоски закончились, их уже не видно, здесь еще остались, поэтому я довышиваю до того момента, пока вот эти вот тоже не скроются, то есть мне придется сейчас вот эти вот все смотреть, где они у меня.
чтобы их не пропустить. Сильно не затягиваем, чтобы здесь формировалась вот такая розочка, но при этом, чтобы она не стягивалась. Вот у нас осталось. Вот еще. Вот здесь вот она была. И вот тут. Одна. Вот вторая. Вот. И вот. И вот такая розочка получилась. Вот так она выглядит. Сейчас в центр я сделаю французский узелок, просто чтобы вышить серединку. Вывела ниточку, в моем случае желтого цвета, прям в серединку нашей розочки. Прикладываем вот таким образом иголочку, придерживаем ее и наматываем, ну, какое-то определенное количество виточков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Их придерживаем пальцем. 8, ну, например. Придерживаем. И теперь надо иголочку здесь держим вот эти все виточки. Вот так они сформировались здесь на ниточке. И уводим вот сюда. Подтягиваем, и у нас образовалась серединка. Вот такие. И такими же узелочками я потом вышивала. То есть сейчас я вышью, ну, просто пришью уже ушки, посмотрю, как они у меня будут. Вышью еще цветочки, наверное, поменьше сделаю, один и второй. Вот. И дальше такими же узелочками, желтенькими, может быть, зелененькими, вокруг этих цветочков еще вышью. Вот. Собственно, все, что хотела показать.